Всем привет, ребята! Ну что, у нас сегодня очередной тест. Очередной, я сказал бы, имбы, прокачанный на двадцатку. Почему имба? Потому что это бездонатный герой. И реально топовая прокачка у меня. Ну, у вас тоже может такое быть. Вот такая вот будет у нас медузка. 20-й прорыв. То есть она на максималке. Мы будем ее тестировать сейчас по разным локациям. Герой используется... В основном ремочный вариант у всех, но у меня ремка рунами есть. Ремочный просто самый оптимальный будет для этого героя. Вы можете любую руну ему поставить под определенную ситуацию, и этого вам будет хватать. Ну, я, конечно же, тестирую с доспехом, потому что я ее собрал по локации, чтобы она не сливалась на отражалках. Да, она будет не настолько топовая, как там, например, с бастом. И сом можно прокачать даже. Пишите в комментах, хотите увидеть такую, сделаем. У меня вот такие вот сборочки две. С замедлением раньше качал, сейчас оно не особо актуально. Передачу я вот выролил. Эмблемка у нас будет ремка, чтобы включалась. Также слон от стана. Чем герой хорош? Имеет неплохой дамаг, бьет сразу несколько целей, то есть 3. Понижает еще дополнительно 12 скорость передвижения на 50%, забирает энергию. Каменение налаживает, ну, в общем, все как обычно, меха имба. Вот такие вот у меня созвездия, то есть не особо я там заморачивался, я собирал чисто подарки под тесты. Вот так вот, поехали, давайте начнем с чего? Давайте начнем, как обычно, с подземочки. Так, подземочка у нас. Сейчас посмотрим. Так, где моя имба? Ставим сюда. Вот так вот такая вот у нас медсестричка. Медузка. Так, ну окей, let's go, смотрим. Как хорошо стан проходит. Ну вот так вот, как видите, одна зона, вторая. То есть она бьет по всей карте. Так, ну ее, наверное, тут сольют. Ей нужен отхил однозначно. Вот ворожей по 80к хилит. Это чисто мы сейчас протестируем ее на PvP локациях больше. Возможно, еще на арене там она зайдет. Использовать, ну, я в основном ее использую, я же говорю, на гильдийском боссе можно использовать, на архидемоне без доната можно использовать по локации. То есть такие, как лабиринт, ЗБшка, там она довольно-таки неплохо себя показывает. Очень интересно будет. Такс. Ну, такое. Как видите, по урону особо она не блещет. Вот так вот она там укольчики наносит шприцом. Шприцом. Короче. Короче, вот так вот. Даже с ворожаем она нафиг слилась. Это она не такая... Бедолага ворожей воюет против них. Вот так вот. То есть, как видите, подземочный, не подземочный герой однозначно. Так, поехали дальше. Оживляем, поехали на экспедицию. Не, давайте на арену. Так, аренка. Берем Фрею. На арене, в принципе, она раньше использовалась, сейчас она уже не настолько актуальна. Но хотя, в принципе, может зайти. Так как у нее рекрит. Ну, сейчас посмотрим. И все. Ушла в инвиз. Очень интересно ее потестировать против таких героев, он как Асурик. Так вот лазуля она ушатала, но дальше ее ушатали без вариантов. Рая и все, я досвиделся. Так, это с удером. Так, а ну-ка смотрим, ударит сюда по ней. Ой, отлично. Вот смотрите, как хорошо. Но опять же, Фрея она все портит.
Она неплохо так окаменение наложила. Так, ну, в забытую нам еще рано. Мы еще здесь ее не затестили полностью. Давайте против Ара попробуем. Ара тоже ее блочит как бы. Вот, отлично. Бум. Ее не стало. Видите, возможно, даже вариант лучше с Бастом. Там урон и жизнь. Жизни у нее маловато в такой сборке, но есть плюс. Она не слежает, не сливается, блин, на отражалке. Ну, а так, в принципе, старенькие герои не особо востребованы по локациях такие. Но вот сейчас против Хрона, конечно, она получше стоит. Так, ну что у нас там? Анубис. Хрона почти вынесла. И Фрея осталась. Ну, Фрея однозначно ее будет убивать. Такс. В общем, такой вот фаст-тест у нас, чтобы вы понимали, что это за герой, что 20-й никак не спасет, и реально этот герой уже не настолько актуален. Все, до свидос. Жесть. Не успели зайти, ребят. Нас уже ушатали. Ну, у меня тут, конечно, смотритель активирован. Смотритель в любом случае будет нормально дамажить. Ара убивает, стрелок забирает энергию, устанется. Ну, в общем, вот как-то так. То есть ничего в старом герое нету особенного. Хотелось бы, конечно, чтобы они обновляли, добавляли какие-то новые свойства, блин, старым героям. Обновляли их в обновлении, не штамповали нам новых, а переделали старых. Чтобы даже у тех же самых без донатов появилась какая-то имба. Вот я считаю, это было бы довольно-таки интересно. А типа вот новое там переделали одного старого героя. Не ввели нового, а старого переделали под то, что сейчас есть. Чтобы, допустим, я даже захотел себе там восстановить этого героя, потому что я часть послевал, они не актуальны. Так. И с этим разобрались. Поехали, поехали, поехали на PvP локации. Так, забытая. Поехали. Ставим ее соло. Не так ставим, как вы подумали, а соло. Обновляем. Вот против рогатки. Ай. Не того выбрал, к сожалению. Вот против рогатки, кстати, где-то плюс-минус они одинаковы. Было бы интересно посмотреть. Ладно, поехали дальше. На второй пачке сейчас сольется она, наверное. А, ну тут. Бум. И что она скажет? Ее не стало. Ну, в принципе, дамажит, как видите, она неплохо. Но опять же, там смотритель еще дополнительно бьет. Ничего себе, вот это мои нубасики. Ну что, нубасики? Ну-ка уж, что-то как-то так замедленно резаются. Я что-то не могу понять, что это за прикол такой. Какой же замедленный рез. Какие-то тормозы. Так, ПБшка. Ну вот и все. Смотритель бьет, дополнительно бьет любой герой с автопроком, и вашего героя просто нет. Соответственно, для того, чтобы он выживал в таких ситуациях, надо ему рулить уклонение, что не есть выход для такого героя, там ставить топовые все на жизнь, на деф, что тоже не есть топовым, ну, востребованным на этом герое, потому что он тащить даже с этим не будет. Вот так вот, поэтому... Все, что мог, вам показываю, а вы уже дальше определяйте сами. Стоит качать, не стоит качать. Конечно, без доната не стоит. Донатом в любом случае рано или поздно придется это сделать. Ну так, это больше командный игрок. То есть его надо тестировать в пачке, когда герой реально... Видите, он один, ну, мало героев, которые одни справляются со всем. То есть это герой больше такой для пачки, для массового окаменения, там, стана и прочего, вот как вот эта вот у меня пачка. То есть это такая пачка, которая реально будет тащить многие составы, то есть более-менее универсальными. Опять же, это опять же очередной рандом. Вот видите, Фрая вроде бьем, а убить не можем. Она себя отхиливает. И вот что ты тут сделаешь? Ты не успеешь ее убить. Как бы ты там ни старался, тебе тупо может не хватить времени.
Ажевы две. Девятая ажева на ранее. Дамажит, кстати, тоже неплохо, смотрю на него. Так, а можно что-нибудь попроще? Наверное, скорее всего, нельзя. Опять же, сейчас только хлопья и героя нет. Вот видите, сам смотритель, вот у него зеленый смотритель, он снимает дофига процентов. Надо сейчас зайти посмотреть, что там по процентам смотрители снимают. Но это нереально что-то. Реально, надо их либо чтобы понерфили как-то, ну, потому что получается любая ваша прокачка сводится ни к чему, потому что смотритель забирает процентуальную жизнь. Это очень печально, особенно для бездоната, потому что там вариантов тогда вообще никаких нет. Хотя, в принципе, их и так не было. В большинстве случаев с таким развитием игры. Так, окей. Давайте еще эту пачку добьем уже. Ух ты, ничего себе. Посмотрите, что она делает. О, все, ребята, это имба. Это однозначно имба. Такого еще мало кто делал. Просто имбище. Сейчас было бы смешно, если бы смертушка ушатала. Вот посмотрите на эту мою пачку. Да, она там не особо тащит, но посмотрите, насколько они толково убивают всех героев постепенно. То есть они со временем стан, ослепление, заморозка. И остался только один мутник. Ну, он, конечно же, может всех их ушатать, потому что здесь отхила нет. Только седна. Но опять же, насколько это лучше, чем все остальное. Тут, конечно, у меня сейчас на них руны стоят не те. Если бы правильные руны были, они бы, в принципе, огненько тоже ушатали. Особенно рунами, которые бьют фракционно. Так, съесть. Давайте ради интереса хочу посмотреть, сколько бьют все-таки смотрители. Ну вот, 60% от жизни. О, короче, ребят, вот такое вот. Пишите комменты, что вы думаете по этому поводу. Как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.